Друзья, приветики, это я, Антон Бустер, с вами, и хотел бы сегодня показать вам интересный плагин от компании Uhi. У них есть такой бандл, Uhi Bundle. Мы сегодня хотим разобраться с Ambience процессором. Это классная штука, в которой множество тоже пресетов, в основном Ambience, Reverb, Delay, такие всякие штучки, которые создают нам интересное, скажем так, звучание. Я накинул из Loopback, Logic, Woodwind. Посмотрим, как это все у нас звучит. Очень он классный тем, что, во-первых, он круто контролируемый, то есть пре-дилей, срез по high frequency, ранний, поздний дилей, спред, ручка есть, dry-wet подмешивание, плюс есть система по обработке, то есть direct, openness и короткий. Но это сейчас послушайте, поймете, о чем я. Ну, то есть очень мобильная, да, функциональная штука, которая дает еще и плюс всякую модуляцию. High frequency range — это усиление на верхушке, то есть отдаление вот это вот. Ну, о чем говорил, то есть короткий, открытый и директ. Что могу сказать? Отличный реверб, у которого есть очень классные мобильные настройки, что в свою очередь дает нам максимальный контроль работы с пространством. Это все прекрасно, но мы с вами саунд-дизайнеры, и хотелось бы, конечно, сделать что-нибудь интересненькое. Давай сделаем с тобой какую-нибудь атмосферку, используя несколько звуков. Я хочу сделать, например, какую-нибудь партикульную структуру, чтобы было зерно, но на бэке какое-нибудь дистанционное. Ну, что-то типа того. Закинули в проект. Давай еще накинем какой-нибудь эмбиенс или ветерок. А вот такой мы сделаем. Чуть-чуть его занизим. Делаем следующее. Вот это, понятное дело, растягиваем историю. Ну и, конечно же, наш Uhbeak накидываем эмбиенс. Сюда мы, значит, сделаем что-нибудь глубокое, интересное. Можем еще вот срезать. А вот этот... дроновую. Здесь срезаем верхушку, кидаем также этот эмбиенс наш. Сделаем мы автоматизацию. Можно вот эту кривулечку нашу вот еще вот так вот поиграться с ней. Чик-чик-чик-чик-чик написать. Вот у нас два звука. Вот это сделаем еще дальше. И что, и получаем интересное звучание. Ну, это так, в целом, чтобы было понимание, что можно сделать интересные штуки, просто используя наш ревербератор. Поэтому не отказывайся от экспериментов и старайся работать интересно. Кидайте мне название плагинов, которые вы хотели разобрать. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну, в общем, все, уже сказал-то еще раз. Все, давайте, пока-пока. До скорых встреч.